Минувшие выходные Первый городской канал провел большую акцию под названием «Кастинг». К нам приходили смелые кировчане и предлагали себя в роли ведущих. И кто-то из них уже вскоре появится на наших экранах. Оксана Стяжкина – это девушка, которая тоже попала к нам после кастинга, отправилась на это мероприятие и взглянула изнутри, как кировчане переживали и как они удивляли членов жюри. Вы только посмотрите на всех этих людей. Они пришли сюда не просто поболтать, повеселиться. Они пришли на важное событие – кастинг Первого городского канала. Получится у вас стать ведущим? Да. А что бы вам хотелось вести? Поместить Оксану Стяжкину, ядка туда еще. Меня сместить хотите, да? На пенсию меня отправить? Я думаю, Оксана хочет просто уйти в отпуск на лето. У рудника от жажды я стенаю. Хочу сказать прощай, кричу привет. Чужбина для меня, страна родная. Надеюсь, там я, где надежды нет. Хуло нежданно! Шлюх валева след. Аплодисмент. А что так тихо? Нет. Наглость сестра таланта. Я умею петь. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about every night and day. Spread my wings and fly away. Чем можете удивить людей? Чем поразить? Ну, у меня рыжая борода. У меня воспалился пупок однажды. Вот, и я не поехал в Крым из-за этого. Сейчас у вас все хорошо? Ну, я не буду показывать, но он идеальный, реально. Покажите. Вот, смотрите. Есть какая-то, может быть, заготовочка, песня, сценка? Чем будете удивлять? В голубых глазах твоих море, а я скоро пойду ко дну. Ты мое счастье и горе, буду вечно корить судьбу. Можете еще раз показать свой хвостик? Пожалуйста. Он у вас длиннее, чем мой. Ну да вы посмотрите. Я садик отращиваю. Это. Я подхожу к тебе нескромно, говорю здравствуй, уточка. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ты отвечаешь мило и бодро. Сам ты уточка. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давай сегодня без посторонних посидим, уточним. Уточним. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Нас сразу же запишут придурки. Но нет. Все. Итак, начнем. Поход через руки. Все, готов. Это вам поможет в работе ведущего? Я могу подойти к яме, пройтись через свои руки, люди будут на меня смотреть, а потом обращать внимание на яму, которая находится подо мной. Не зря пришла точно на кастинг, хоть пообнималась.